Итак, всем привет! Сегодня мы делаем на 1 мая с Лизой открытку. Что нам для этого потребуется? Во-первых, листок бумаги белый для открытки. Будем делать ее в стиле скрапбукинг. Различные такие, не знаю, все, что у вас есть, в общем. Какие-то блестяшки, какие-нибудь бумажки, блестяшки еще одни. Различная бумага для вырезания. Это мы для поздравления, у нас просто распечаточка есть. Ну и разные виды картона, все, что у вас есть, все готовьте, будем просто все наклеивать сюда. Вырезать, клеить. И вот здесь у нас еще, возможно, у вас тоже есть пуговки, какие-то мелкие детальки, может быть, какие-то советские остались, советских времен, камешки приклеивающиеся. Ну, в общем, всякая мелочь. Ракушечки еще? Не знаю, с ракушечками. Итак, приступим. Сначала нам нужно просто согнуть эту бумажку. Да. Аккуратненько мы ее складываем. Да. Давайте мы загибаем вот так бумажку, да? Угу. Потом бьем. А потом вырезаем. Вот так вот мы ее согнули, просто как открыточку. И вот здесь мы будем уже что-нибудь делать. Да. Итак, так как 1 мая, это у нас праздник весны и труда. Раньше 1 мая это был день, когда рабочие выходили на страции и боролись за свои права с плакатами, со своими требованиями. Сейчас это просто праздник весны, праздник труда. Все выходят с какими-то яркими шарами, со свистушками, чтобы это было громко и ярко. Вот так мы попытаемся сегодня сделать нашу открытку в стиле громко-ярко. Итак, приступим. У нас будут воздушные шарики. Мы их будем вырезать из картона разного. Вот такого попробуем. Это просто бумага распечатанная, и это просто картон. Нам нужно нарисовать. Для начала нужно нарисовать просто шарик. Итак, мы вырезали. Лиза вырезала шарики. Сейчас мы их будем приклеивать. Вот сюда на открыточку. И мы их будем приклеивать на подушки, с наклеивающиеся такие подушечки, чтобы это был объем. И еще один шарик, я вот здесь вот нарисовала на открыточке, мы его сделаем пуговками, выложим. И на отрисовочку. Окей. Okay. Она еще клеем пригодятся? Нет. Прямо на них сзади? Вот так. На какой же? Давай теперь отрывай вот у этих вот эту верхнюю часть. Все же пески не будут. Итак, вот, мы приклеили эти шарики. И теперь нам нужно приклеить пуговки. Вот так их сформировать. Аккуратненько приклеить. Все-все-все. Для этого нам нужен клей. Будут раздеться. А мне вот от этой тоже надо клеить? Да. Я попробую. Написал слово «папа». Вид открыток на 1 мая. Сейчас здесь напишем. На три красоты. Ну, мне, пожалуйста, еще одну петлю. Вот мы написали с 1 мая. И сейчас мы еще тут украшаем. Вот звездочку давай сюда. А потом медведя. И на, пока лист туда делает, внутри мы приклеим, вырежем. У нас есть такая заготовочка. Вот такие распечатанные. Мы вырежем для поздравления кошечка. Итак, мы вырезали вот такое кошечко. Сейчас здесь напишем «Мир, труд, май». Вот, написали «Мир, труд, май». И сейчас мы также на двухсторонний скотч. Вообще, такой можно сделать как на двухсторонний скотч. Очень хорошо все клеится. Если есть такая возможность, то его лучше использовать. Лучше вместо клея. Можно я буду отдирать? Да. Лиза, отдирай. Мы приклеиваем. Еще раз пока покажу вам. Поближе вот. Открыточка блестяш. Можно еще блесток каких-то понаклеить. В принципе, украшать по-всякому. Все, покажи. Давай, в серединку нужно наклеить. Во-первых, вот так. Давай, вот посередине. Итак, надеюсь, мы вас немного вдохновили.
на поделки к 1 мая. Присоединяйтесь и всем пока!